В императорском зале Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов об окончании аспирантуры. С приветственным словом на мероприятии выступил первый проректор, а также проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Вот годы, которые прошли в стенах Казанского университета, это годы научного поиска, открытий, может быть, разочарований. Они остались позади, теперь вы выходите вперед специалистами с очень высокой квалификацией. Вы готовы работать где угодно, и в научных организациях, и в организациях высшего образования, в исследовательских центрах. Многие аспиранты уже выбрали направленность своей деятельности на годы вперед. Выпускники отмечают, наука для них не просто работа, а стиль жизни. И даже если результат вот этого твоего условного сидения перед листочком, перед микроскопом или перед экраном окажется не тот, который ты ожидаешь, а иногда окажется, что он, что называется, нулевой, тебе почему-то от этого становится все равно. Лучше, комфортнее, спокойнее, интереснее. Все твои проблемы уходят куда-то на задний план. Изначально на курс поступило 390 аспирантов. До финишной черты дошло всего 219. Лишь самые стойкие стали обладателями заветных дипломов. Из них 10 к моменту выпуска успели защитить диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.